Денис Кириллов уверенно идет к военкомату. Сегодня последняя перед отправкой на службу явка. Он и еще 9 ребят из Серпухова будут защищать честь Родины в 336-й отдельной бригаде морской пехоты. Я занимался мастер спорта по самбо. Вот я сказал на комиссии, комиссариату, и мне сказали, что в морпехе, я согласился. А я хотел попасть в хорошие войска, чтобы год мы прошли, ну, чтобы я чему-то за год научился. Пройти отбор в морскую пехоту уже своего рода подвиг. Первая группа здоровья, рост не меньше 175 сантиметров и увлечение физической культурой. Критерии, на которые здесь обращают внимание в первую очередь. Малейшее отклонение, например, при медосмотре, и о службе можно забыть. С 11 года установлены шефские связи между администрацией города Серпухова и 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота. И каждый призыв мы направляем по 10 лучших граждан для прохождения службы. В Балфлоте призывники пройдут лучшую в мире школу выживания. После года службы морскому пехотинцу открываются большие возможности поступления в любой вуз страны или продолжение обучения в Высшем морском училище Калининграда. Андрей Иванов, Александр Поваляев, ОТВ, Серпухов.